Добрый день, дорогие друзья! Домашнее задание для хоккеистов. И это будет более сложный урок, это будет второе занятие. И давайте мы с вами приступим. Итак, у нас будет 5 упражнений. Каждое из упражнений мы делаем в течение 30 секунд. И первое упражнение будет следующее. Манжеты на ногах, упор на руках. И мы бежим в течение 30 секунд вот в таком темпе. Темп достаточно быстрый должен быть. Вы должны за это время устать. Второе упражнение без паузы. Лежа, берем наши гантели, легкие, 2-3 килограмма. Поднимаем и ноги, и руки. И опускаем в течение 30 секунд. Ноги стараемся держать попрямее. Если 2 килограмма гантелей для вас легкие, возьмите 3-килограммовые. Если 3-килограммовые для вас покажутся легкими, возьмите 5-килограммовые, но больше 5 килограммов нам не потребуется. Теперь посмотрите внимательно. С помощью гантелей мы ходим на четвереньках в течение 30 секунд. Вперед-назад. В стороны, вправо и влево. И это очень важно. В разные стороны. Можно даже кружиться на месте. Но должны быть задействованы и ноги, и руки. Следующее упражнение, 4-е. Это мы встаем на колени и выпрямляем руку с ногой в течение 15 секунд. А затем другую ногу, руку, еще 15 секунд. Затем мы берем колпачок, вот он, закрываем один глаз и подбрасываем, ловим наш колпачок в течение 15 секунд, смотрим на него только одним глазом. Затем меняем руку и точно так же подбрасываем колпачок уже другой рукой с одним закрытым глазом. И завершающее в этом же упражнении, 5-м, будет смена одновременно колпачков. И подбрасываем колпачки одновременно 2 руками. Отдохнув примерно минуту, все 5 упражнений мы снова повторяем по 30 секунд. Вот такое домашнее задание для хоккеистов предлагаю вам. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.